В некоторых случаях можно купить до судебного аукциона. Но вот как для меня, для человека опытного в этом деле, это очень невыгодно. Зачем нужно делать то, что невыгодно? Ну, в некоторых случаях нельзя найти владельца имущества. Но если все-таки он есть, и вы решите купить до судебного аукциона, он будет согласен, то не забывайте, вы будете покупать по той цене, которая была сделана гутахтером перед судебным аукционом. А на судебном аукционе можно купить за 30, 50 и 70%, то есть гораздо ниже. Во-вторых, вам надо будет платить услуги нотариуса, услуги маклера. А это не маленькие суммы. Но и самое интересное, то, что дом-то вышел на судебный аукцион с долгами, долги-то тоже вам придется платить. А долги могут сумма быть очень большая. Например, сам дом стоит 10 тысяч, например, на судебном аукционе, а долгов за этим домом 250 тысяч. Ну и где здесь выгода покупать до судебного аукциона? Я считаю, что выгоды вообще нет никакой. Поэтому лучше ждать судебного аукциона, потому что после аукциона будет хотя бы списан долг. Не надо будет нести такие затраты, как нотариус и маклер. Это тоже большие затраты. Ну и у вас будет хороший объект, плюс документы на него оформит суд. Ну, все хорошо. Не знаю. Ребята, ходите на судебные аукционы. Потому что это очень выгодно. И в дальнейшем тоже, сразу как только вы купили, вы уже этим домом можете пользоваться. Это раз, получается.